Здравствуйте. А теперь у меня Redmi 2S. Заказал по акции. Типа была акция для китайской версии. Честно говоря, в чем разница, я не увидел. Значит, такой вот матовый пластик. Весьма крепкий. Красиво смотрится. USB для заряда держит шикарно два планшета. Один порт дает где-то 1.8, другой 2.2. Это одновременно. По-моему, первый у меня столько не выдавал. Значит, еще какие плюсы? Микрофон для hands-free. Вот он здесь спрятан. В остальном все, ну, не отличить от первого Redmi. Коробочка точно такая же. Тоже тут у нас лежит мануал чисто английский, чисто китайский. Коробочка. Вот, дальше будем подключать к машине. Здесь есть уже интересные функции. Определяет напряжение на бортовой сети. Можно менять песни голосовым управлением. Там next song, стоп, пауза. Можно разговаривать в машине по телефону. Но не надо тешить себя надеждой. Будет слышно примерно как из бочки. Машина большая. Опять же специфичный прикуриватель. Xiaomi не ушли далеко от своей первой модели. Сделали то же самое, хотя было много нареканий и замечаний. Вот. Дальше подключаем ее к машине, где тоже увидим, как меняются цвета. Меняются цвета подсветки. Вот. Итак, Redmi 2S. Китайская версия. Вот настроена частота. Подаем питание. Такой вот звук у нас. После того, как мы включим Bluetooth и у нас законнектится, будет второй звук. Так, Redmi Music Blue C. Очень громко, звук чистый, красивый. Да-да, у меня все тот же аккумулятор, все тот же способ подключение. Что хочу сказать. Отличие китайской версии. Здесь нет Navigation Broadcast, да, и нет Voice Recognizing. Вот, в интернациональной версии здесь, кроме как Shake, да, есть возможность изменять и голосом. Я так понял, что это вот единственное отличие. Вы знаете, вот я разговаривал по телефону. Этот звук, звуковую дорожку я постараюсь внести, чтобы вы услышали. Напарник сказал, что звучало нормально, что он меня прекрасно слышал. А жена сказала, что нет, невозможно разговаривать. То есть уже будете решать сами. Что у нас здесь есть? Напряжение бортовой сети 13.26. Ну-ка посмотрим, совпадает ли с моим. Ну, а, да, у меня же отдельный аккумулятор, прошу прощения. Вот. Эта функция у меня не работает. Автоматический play, может быть, автоматическое включение, это да. А play music нет такого. Остальные все функции стандартные. Ну, включить музыку. Музыку. Назад. Музыка. Звук тоже весьма приятный, все качественно. Был у меня как-то другой аккумулятор, там что-то в районе 8 вольт было, зашипело,
Коннект был, Bluetooth был включен, все, телефон видел напряжение, но передавать не передавало звук. Просто шипение, шипение, шипение. Я уже думал, что ж такое случилось, сломалось или что. Оказывается, вот недостаточное питание. Да, можно подключать и на большегрузные машины, там где напряжение бортовой сети 24 вольта. Да, когда я разговаривал, то этот Roidme у меня лежал, по-моему, где-то вот здесь, на этом кресле. То есть он не был передо мной, сбоку. Посмотрим, какой будет звук. Я, честно говоря, еще сам не слушал, напарник сказал. Вот. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать по Roidme? Тут, как обычно, есть еще рекомендуемая частота, которая у меня почему-то была занята радиостанцией. Я эту рекомендуемую частоту не мог использовать, и поставил по умолчанию 96.4, как он идет с завода. Дальше, если мы ткнем сюда, да, то можем посмотреть уже, насколько у нас здесь, насколько хорошие параметры, то есть выбираем. Вот от 13,2 до 15 это нормальное напряжение, больше 15 это слишком высокое, ну и дальше ниже, ниже, хуже и совсем. Вот. Ну-ка выключим. Ага, индикация, если не нормальная. Тут у нас подавление шумов. Индикатор. Ну, переключим на красный. Вот, красный. Так, все стандартно. Ну, Roidme молодцы. Наверное, если вам звук понравится и подходит к вашей машине, гнездо. Покупать, не покупать. Будете думать. Я, наверное, и этот тоже продам, подарю. Посмотрим уже. Ну, удачи на дорогах. Пока-пока. Да. Алло, здравствуйте. Я тут вот проверяю Roidme 2S. И хочу показать, как будет слышно. Вот я в машине и разговариваю. Разговариваю довольно-таки громко. По обычной гарнитуре я обычно так не делаю, чтобы посмотреть, как шумоподавление. Вот. Теперь я открою окна и слышнее посторонние шумы. Теперь говорят, что можно ехать при скорости 60 км в час. Вот закрываю окна и типа их прекрасно слышно. Не так ли? Так ли, так ли? Так, вот и все. Спасибо. Всего хорошего.